После капитального ремонта открылся первый корпус детского сада номер 6, расположенный на улице Минаева. Полное обновление от интерьера игровых комнат до отделки фасада. Но это еще не все. В его ярких стенах скрывается одна особенность. В этот садик можно приводить детишек с 9 месяцев. Для этого были закуплены ползунковую группу, начиная с колясок разного вида, заканчивая ходунками, пеленальным столиком, и предметно-развивающая среда заканчивается игрушками для самых-самых маленьких ребятишек. На торжественное открытие приехал губернатор Сергей Морозов. Главе региона понравилась свежая идея, предложенная руководством садиков. В скором времени планируется открыть и почасовую группу для малышей. Мы вместе с ребенком здесь позанимались, отдохнули, выучили, что называется, новые для себя знания, и потом пошли в большой мир. Родители ребятишек тоже пришли посмотреть на обновленный сад. Анна Камаева привела свою дочку Алену, чтобы та освоилась и выбрала себе любимые игрушки. Такого садика, я уверена, нет нигде. Уют, тепло, атмосфера и душа, которую вложили в этот детский сад. В ремонт садика было вложено более 62 миллионов рублей из областного бюджета. Уже в этом году в учреждении придут играть и заниматься 180 ребятишек. Ульяновская область стала одним из первопроходцев страны по части ползунковых групп. По указу президента, группы раннего возраста постепенно вводятся во всех регионах России. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.